Делюсь с вами последними снимками, которые были сделаны молодыми людьми, которые ночью, вопреки всему, полезли все-таки куда не следует, поехали на вулкан. Они, конечно же, рисковали, абсолютно рисковали своими жизнями. Вот, сделали снимки, теперь эти снимки видите вы. Сейчас они только будут появляться в исландских новостях, потому что этих товарищей всех нашли, буду сейчас их ругать, порицать, в общем, все остальное, но... Эти снимки я, естественно, быстренько выкладываю для вас, чтобы вы видели это все дело уже совсем в других ракурсах, не так, как мы видели ночью с высоты. А вот пацаны полезли и, значит, делали фотографии. Сейчас обещают о том, что изменится направление ветра, ветер начнется в сторону Рейкьявика. Возможно, предупредят людей закрыть окна, возможно, нет. Говорят, что это не особо газ такой, ну, концентрированный, дойдет до Рейкьявика. Вот, поэтому аэропорт у нас работает, ничего у нас не закрывается. Я вам сейчас ставлю видео. Вот вы можете посмотреть, как все это сделано. Это вот делали вот эти юные следопыты, значит, вот они сделали. Если будет какая-то новая информация, в 2 часа я жду брифинг.